Я нахожусь в Геленджике, разместилась в отеле Гранд Метрополис. Сегодня выступает одет. Все вы знаете, что у меня спинальная мышечная атрофия, и для этого диагноза есть лечение. Редкое, очень дорогое лекарство Риздиплам. Я уже часто ездила, ну, как бы не первый год, и в самолетах, и в поездах, и в отелях, когда останавливались. То есть я знаю, как этим пользоваться, уже от зубов отлетает. И так получилось, что мы попросили руководство отеля поставить лекарство в холодильник от 2 до 8 градусов. Мы расписались. Сегодня я начала принимать препарат и пыталась его принять, но он заморожен. То есть его заморозили просто. Лекарство можно, ну, выкидывать, по большому счету. И, к сожалению, меня очень грубо сказали: сама виновата. Нам говорят: ваш препарат, он не замерз. Он кристаллизовался, и мы не несем никакой ответственности. Вот так вот мы попросили оставить препарат в температуре 2-8 градусов. Вот в таком виде нам его выдали. Это он еще немножко отмерз. Я вообще просто Юльке пустой шприц принес. Ну, все, превратили его в бесполезный клубничный сироп. В Геленджике этого препарата нет. И связывались с болью. А что вы меня записываете? А что такое? До свидания.